эффективная работа наших военных создала условия для начала мирного процесса. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и российскими вооруженными силами в Сирийской Арабской Республике, в целом выполнены. При участии российских военных, при участии российской военной группировки, сирийским войскам и патриотическим силам Сирии удалось кардинальным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом и овладеть инициативой практически на всех направлениях. Создать условия, как я уже сказал, для начала мирного процесса. При этом наши военнослужащие, солдаты, офицеры проявили профессионализм, слаженность, умение организовать эту боевую работу вдали от своей территории, не имея с театром военных действий общей границы. Действовали эффективно в течение почти полугода, осуществляя необходимое снабжение и руководство боевыми действиями. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены, поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. И прошу Министерство иностранных дел интенсифицировать участие Российской Федерации в организации мирного процесса по решению сирийской проблемы. При этом наши пункты базирования, морской в Тартусе и авиационный на аэродроме Хмеймим, будут функционировать в прежнем режиме. Они должны быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха. Это часть нашей воинской группировки находилась в Сирии традиционно в течение и многих предыдущих лет, а сегодня должна была будет исполнить очень важную функцию контроля за прекращением огня и созданием условий для мирного процесса.